Традиционно Ночь музеев начинается с галереи на Прищепках. В этом году работ немного, в основном рисунки. Активные участники акции – воспитанники детского дома «Радуга». Ребята дружат с музеем и многократно участвовали в различных мероприятиях. Для посетителей есть несколько правил. На работы, вывешенные на красных веревках, можно только смотреть и восхищаться. А изображения на синих и желтых веревках можно забрать домой в качестве подарка от музея. В этом году прищепки необычные, декорированные. На этом новшества галереи не заканчиваются. Специфика в этом году такова, что мы решили устроить в рамках галереи на прищепках такую отдельную экспозицию, посвященную музейному селфи, да, когда любой посетитель может сфотографироваться на фоне музейного предмета. В этом году исполняется 100 лет Музея промышленности и искусства, и это в очередной раз как бы вот подчеркнет значимость нашего музея в городе.